эфиры новини Витебской области. У студии Ганна Рустикова. Витаю вас. Дадзены старт пасяўной кампаніі 2015. Першымі да вясенніх палявых работ прыступілі хлебаробы паўднёвага Докшыцкага района. У сельгаспрадпрыемстве Бягомельскі сёлета пачалі сяўбу на 10 дзён раней звычайнага. Чым абумоўлены такі ранні выхад у поле і як гэта адаб'ецца на будучым ураджаі, пацікавілася Інна Кірыенкава. Докшыцкія аграрыі заўжды пачынаюць сяўбу аднымі з першых. Яно і зразумела, снег сыходзіць раней, і землі тут лёгкія. Толькі на гэты раз выйсці ў поле давялося ў рэкордна раннія тэрміны. Упершыню за шмат гадоў працы ў гаспадарцы, заўважае механізатар Сергей Шпет. Яго пасяўному агрэгату ўсяго толькі 3 гады. Тэхніка добра зарэкамендавала сябе на практыцы, таму упэўнены, не падвядзе і зараз. Сколько можна пасеяць у дзень? Можна 30, можна і 40. Смотря какие поля. Тут особо не разгонишься. Можно постараться, если не стараться, не будет такого. Сеять выборочно, переважно на тих участках, где уже подсохла глеба, и традиционно почали за уса. Тут завсёды притримливаются народной мудрости. Сей овес у грась, будешь як князь. Чтобы проверить землю, можно ли сеять, созрела она или нет, надо слепить комок и бросить на уровне примерно метра на землю, разбивается или не разбивается. Если разбивается, то значит сеять надо. Да и час приспешивая, глебы легкие, хутко высыхают, но и так снегу амаль не было, тому и вильгати мало. Если мы упустим время, то мы ничего не получим на наших землях с баллом плодородия 24. Каждый пропущенный день дает снижение урожайности на 5-10%. Ранняя весна сёлета не застала знянацку тутэйшых хлебаробаў. Рыхтавацца да пасяўной пачалі яшчэ з восені. Благодаря тому, что зима была такая легкая, мы успели отремонтировать всю технику, пасяўныя агрэгаты, и мы уже, так сказать, готовы. Калі надвор'е будзе спрыяльным, то следам за Бягомельскім да вясенніх палявых работ актыўна далучацца і іншыя гаспадаркі. Усяго ж у раёне неабходна засеяць звыш 10 тысяч гектараў яравых збожжавых. Сегодня главная задача в сроки оптимальные посеять, подкормить. Ну и работаем по накоплению минеральных удобрений и накоплению дизельного топлива, чего на сегодняшний день в полном объеме нет. При добрым надвор'е масовая сяўба пачнецца праз тыдзень. Тады да палявых работ плануюць прыцягнуць сельгастэхніку з іншых арганізацый, а таксама дадатковыя людскія рэсурсы, каб адсеяцца максімальна хутка за 10 дзён. Інна Кірыенкава, Александр Прыстаўка, навіны, Докшыцкі район. Напярэдадні масавай сяўбы кіраўніцтва рэгіёна 18 сакавіка ў Аршанскім раёне правядзе абласны семінар вучобу па пытаннях падрыхтоўкі да вясенніх палявых работ. У семінары прымуць удзел кіраўнікі ўпраўленняў па сельскай гаспадарцы райвыканкаму, якія курыруюць раслінаводства. Асноўны блок пытанняў будзе прысвечаны праблемам падрыхтоўкі да палявых работ, сучасным тэхналогіям вырошчвання сельгаскультур, забеспячэнню мінеральнымі тукамі і іншым актуальным тэмам. Намеснік міністра аховы здароўя Рэспублікі Беларусі Ігар Ласіцкі прадставіў новага рэктара Віцебскага дзяржаўнага ордэна дружбы народа медыцынскага універсітэта, доктара медыцынскіх навук Анатолія Шчаснага. Раней ён выкладаў на кафедры хірургіі факультэта павышэння кваліфікацыі пра падрыхтоўкі кадраў ВДМУ. Па выніках 2014 года Анатолію Шчаснаму было прысвоена званне «Чалавек года Віцебшчыны» за укараненне і прымяненне на практыцы ўпершыню ў Беларусі метадаў лячэння захворванняў падстраўнікавай залозы. У новага рэктара ВНУ шмат планаў, сярод іх укараніць у працэс навучання інавацыйныя тэхналогіі і поўнасцю вырашыць жыллёвае пытанне для іншагародніх студэнтаў, пабудаваць яшчэ адзін інтэрнат. Витебский медицинский университет, он всегда славился теми работами научными, которые готовились в его стенах. И не только в его, но и на клинических базах. У нас много клинических баз. Это совместно с управлением здравоохранения. Мы еще будем рассматривать их развитие, так как, по сути, сейчас поставлен основной принцип – это практически ориентированное обучение студента. С первых курсов их надо адаптировать уже к работе в больнице. Вучні 8-й Віцебскай гімназіі сталі прызёрамі 9-й адкрытай алімпіяды па праграмаванні, якая прайшла ў Маскве. Дзесяцікласнік Ілля Мядзянікаў прывёз сярэбраны медаль, дзевяцікласнік Артур Петуховскі – бронзавы. Алімпіядзе прысвоены найвышэйшы ўзровень складанасці. У яе завочным туры прынялі ўдзел каля 1800 удзельнікаў з розных краін свету.
У Москву запросили 352 из них. Это школьники из России, Украины, Латвии, Таджикистана и Беларуси. Нашу Украину представляли 45 в Ушне, у Темлику, Витебска, Полоцка и Новополоцка. Юных витебских программистов тренировала наставница информатики Вероника Лаксина. Ее выхованцы не упершиню вертаются переможцами из международных интеллектуальных споборництвов. Витебскую молодь вышили распоряжаться грошима с розумом. В области завершается тыдень финансовой адукованности. Школьники доведались, как кировать особистым бюджетом, корыстаться кредитными программами и пластиковыми картками. А самые маленькие удельники педагогичного процесса отримали у подарунок уластный куток банкира. Подробязности у Артура Смолякова. Что такое семейный бюджет, кишенные гроши и для чего потребна платежная картка? Вот уже третий год запар под шасты дня финансовой адукованности витебские банкиры поширают экономичный далягляд школьников. А ликбез для молоди еще не все. У детячем садку номер 92 специалисты зарабили амаль соправдное отделение с инфокиоском, карт-ридером и калькулятором. Это уже третья дошкольная установа в городе, где сёлета з'явился куток банкира. И хай уся техника муляж для детей. Те их это серьезные речи, которые помогают постигать основы финансовой грамотности. Учитывая то, что современное нынешнее поколение уже, как говорится, с самых молодых ногтей, они знакомы с компьютером, то естественно, что знакомить детей даже вот с такими атрибутами банковскими, как банкомат, инфокиоски, считаю, никогда не рано. И с такого времени уже, учитывая, что детская карточка платежная выпускается деткам с 6 лет, да, то, конечно, я думаю, что очень полезно знать, как ей пользоваться. Два года тому программу навучания молоди финансовой грамотности распрацовал Нацбанк, але про важность формирования грошовой культуры из раннего детства говорят не только экономисты и банкиры. Сегодня их активно подтримливают педагоги, да и сами батьки. Для каждой взрослой группы своя концепция навучания. Покуль с подлетками размовляют про сутность грошей, дошколяты выучают экономичные основы по мотивах ведомых казок и с допомогой цикавых и незвычайных цацок. Играя в эту игру в дошкольном учреждении, они уже потихонечку начинают получать какие-то знания для профориентации. Кто-то из них, может быть, в будущем станет и работником банка. Сегодня уроки финансовой грамотности банки проводят не только с детьми. Не глядя на то, что оплатные картки, банкоматы, инфокиоски и интернет-банкинг – это ноу-хау еще початку 2000-х, корыстаться ими сегодня умеют далеко не все. Да помогчи в решении проблемы и детям, и дорослым заусёды готовы специалисты. Мы выезжаем в населенные пункты, где расположены наши отделения. Работаем там непосредственно с населением, сельским населением, где, возможно, какие-то наши продукты не всегда востребованы, но они должны о них знать, что есть такая у них возможность пользоваться нашими продуктами. И, кроме того, очень активно мы работаем с клиентами пенсионного возраста. Тыдень грошовой адукованности промеркованы до Международного дня финансов детей и молоди, який у першиню означался у 2012 годе. Тады его святковали 26 краин свету. У 2015 святкуют больше за 100, у тым лику и Беларусь. Для Витебщины сёлетний тыдень финансовой письменности третий по лику. Экономичный ликбез в области должится 10 дзён, а веды за остаются назаусёды. Артур Смоляков, Леонид Табола, новини Витебск. Чемпионку Европы у бегу на 60 метров с барьерами аршанку Алину Талай узнагородили на родзиме у стенах спортивной дитячо-юнацкой школы номер 2, где легкоатлетка робила свои первые кроки в спорте. У свою шаргу ладальница рекорда Беларуси провела для юных спортсменов майстер-класс. Как стало ведомо нашим корреспондентам, подобные сустрэши и занятки могут стать доброй традицией. Подробязности у Сергея Мисурагина. Оршу можно смело лишить кузни кадров для сборной Беларуси. У часов белого СССР с вустного болельщиков не заходило имя Игора Железовского. Потом на сусветной арене об себе заявила Наталья Харанека-Михневич. Зараз пришел зорный час для Алины Талай. Удельница олимпийских гульнев чемпионатов света и Европы, узнав леншую паузу в выступлениях, вырешила провести дома и одночасово поделиться опытом с юными спортсменами. Я бы, конечно, хотела, чтобы это было традиционной, такой доброй традицией, может быть, каждые полгода приезжать и проводить с ребятами одну-две тренировки.
Вот. Я не могу сказать, что это какая-то акция там благотворительная, это просто внутреннее желание приехать и показать, помочь чем-то. У Оршу Алина приехала не одна, как провести соправдный майстер-класс, я наудила у допомогу еще одного чемпиона Беларуси, Максима Лыншу. В опытные легкоатлеты с азартом делились секретами своего майстерства, и было бачно, что их намагания недаремные. Всегда мечтала позаниматься с Алиной Талай, увидеть ее вживую. Хотелось чему-нибудь у нее научиться. Даже, может, хотела чему-нибудь там спросить, там советы. Не знаю. Просто я очень люблю легкую атлетику. И для меня это, это моя жизнь спорта, я не могу. Я вообще занимаюсь прыжками в высоту. Тут учат многому. Всегда на разминке занимаюсь барьерами, и, возможно, мне когда-нибудь это пригодится. Зараз у спортивной школе, якая развивает легкоатлетичные дисциплины, занимается больше за 300 спортсменов под керавництвом 14 тренеров. Тут есть переемность поколений, закладены добрый подморок для того, как показывать высокие выники. Але, как завсёды, специалистам хочется большего. Закупили хороший спортивный инвентарь. У нас зал 29/12. Который оборудован под легкую атлетику, только под легкую атлетику. У нас хороший стадион. Но ржанцы мечтают о легкоатлетическом манеже. Городские улады так само зацікавлены у развитии материально-технической базы Орши. Хутко сподяются реализовать буйный спортивный проект. На Ржанщине реализуется проект в рамках программы «Газпром детям» по строительству строительного зала для игровых видов спорта. Это мини-футбол, гандбол, волейбол, баскетбол, теннис с залом для бокса и лыжерольной трассой как раз в районе Ледового дворца. Тем часом майстер-класс завершился, и Алина снова отправилась в Минск, где протягнет рыхтоваться до чемпионата света у Китая. Сергей Мисурагин, Леонид Табола, новини Орша. Музей Марка Шагала у Витебску выпустил каталог своей коллекции стампов Марка Шагала. Это выдание – выник 24-годовой титаничной справы. Менавіта столько існуе музей, столько часу по крупинках собирались у фонды графичные работы великого мастака, науковые материалы и артикулы об им. Каталог выпущенный Санкт-Петербургским выдавецтвом «Вита Новая», которое славится выдатной якостью друку. Выдание уявляет собой уникальный русскомовный презентационный ресурс об житті и творчості Шагала. Одним из первых, кто зацікавился каталогом и набыл его под час книжного кермашу, был генеральный директор Эрмитажа Михаил Петровский. Не без гонору означила под час презентации выдания его складальник Людмила Хмельницкая. Для музея Марка Шагала это событие, потому что это каталог коллекции. Это то, к чему стремится каждый большой, маленький, уважающий себя, не очень уважающий себя музей. Это итог научной работы, которая велась на протяжении многих лет. И это презентативный, хороший подарок для посетителей, для гостей города, для гостей нашей страны, которые приедут в музей, которые смогут увести с собой эту книгу и потом в тиши дома насладиться теми работами, которые можно живьем посмотреть в музее Марка Шагала в Витебске и вернуться сюда еще раз, чтобы это все посмотреть вживую. На этом наш выпуск завершен. Я развитываюсь с вами. Всего доброго. Завтра по области маловоблачно, без опадков, ветер усходний слабый. Температура по ветру наши 0-5, местами до 7 морозу днем плюс 8-13. У Витебску без опадков, температура по ветру наши 3-5, ниже за 0, днем плюс 10, плюс 12.